Однажды кто-то сказал, что внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь. И я стал больше уделять внимание к деталям. Детали в общении, в одежде, то, как ты живешь и как работаешь. И важно это не только тебе, но и твоим гостям. Важен каждый ингредиент, его насыщенность и вкус. Ты внимателен к свежести ингредиентов, к балансу между ними. Тебе становится важно, какой прозрачный лед, как ты относишься к своему инвентарю и как красиво им владеешь. Каждая капля – это частичка души, которую ты вкладываешь в свой напиток. И смешиваясь воедино, они образуют симфонию вкуса, цвета и аромата. Дополняет все главное деталь – это улыбка. Все это ради результата, ради совершенства, к которому ты приходишь, обращая внимание на мелочи.